плюс плюс умножить, это 360 дальше. Вот. 90 и 56. Ну, маловато, да? Да. Конечно. Так, не, ну что, мне это не нравится. Умножить на 10 нельзя, тогда в конце точно будет 0. Там плюс 9. Плюс 9 умножить на 10. То есть сначала надо сделать все действия умножения. После этого все плюсы и минусы. Понятно, да? То есть действия делают не слева направо, а есть такое правило приоритета. Если можно сделать умножение, то его надо делать. Умножение и деление делают сначала, потом делают сложение и вычитание. Если есть скобки, то скобки, что называется, важнее, чем это. Очень много чисел перемножили. 720. Это ужас какой-то. Вы что? Это же минус. 720. Потом вы будете вычитать, вас объясняю, при вашей системе маленькие числа, которыми было бы удобно, что называется, рулить, да? Которыми удобно подбирать. Эти маленькие числа у вас все потрачены на умножение, и в результате вы лишили себя свободы. Выгодно было большие числа перемножить, а наоборот, маленькими уже, что называется, подбирать. Кто из не очень маленьких чисел может подобраться достаточно близко к числу 533? 8 на 9 на 10. 8 на 9 на 10? 720. Это 720. Это чудовищно не близко. Это близко. Нет. Это близко. Коля, а еще лучше есть? 7 на 8 на 9, конечно. Ребят, разумеется, ну нет, компьютер перебрал бы все варианты и, может быть, нашел бы что-то другое. Но если подходить с точки зрения человека, то, конечно, самое, так сказать, близкое – это 7 на 8 на 9. Поэтому я очень советую с этого начать. Ну, соображаю. 7 на 8 – это 56. 56 на 10 – это 560. Минус 56, это будет у нас 504. Значит, из оставшихся чисел вы должны сделать 29. Смотрите, что произошло. Я потратил всего 3 числа. Но теперь нужно подбирать не очень большое число, при этом осталась довольно большая степень свободы. Можно вы решить задачу? Мне кажется, что дальше уже легко решить. Что? Ну, это без минус единицы. Это можно. Ну, а вернее, вы можете продиктовать? Минус 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, умножить на 8, умножить на 9, плюс 10. Ага. Давайте я напишу ваш вариант. Я напишу ваш вариант. И мы подумаем, что называется. Итак, здесь везде пишем плюс. Да? Здесь везде пишем плюс. Смотрите, какая история. Когда вы складываете числа от 1 до 6, получаете 21, еще здесь 31. Но если вы написали 15 минус, получается действительно 29. Ура! Не вполне решили задачу, но все-таки, ну, почти, да? Вот теперь надо подумать, нельзя ли как-нибудь освободиться от знака минус перед единицей. А, кстати, каким способом освобождаться от знака минус перед единицей, ребята? Где-то поставить умножить, правильно? Нужно будет где-то ставить знак умножения. Если 1 минус 2 плюс, там,
Нет, 1 минус 2, но тогда вы получите слишком мало. Если вы хоть где-то поставите минус не перед единицей, получите меньше, чем надо. Перемножьте 4 и 5, получается 20. Да. Что? Там плюс 10, минус 6, это еще плюс 4. Ты написал окончательный ответ? Это можно было, но надо сделать. Произвольно вместе ставите знак умножения, а дальше соображаете, можно подобрать или нет. При этом надо обязательно следить за четностью. Потому что если по четности не получается, то уже все. Ну все. 1, минус 2, минус 3, плюс 4 умножить на 5. 1, минус 2, минус 3. Так, считаю. 1, минус 2, это минус 1, минус 4, дальше. Плюс 4 умножить на 5. 16 получилось. Ну а дальше ставьте знаки те же. Ну ничего хорошего. Да. Уже получилось 16. Разве нет? А получилось четное число, остались четные. Говорим, следите за четностью. То есть получается, что 4 на 5 умножать нельзя. Да. Нет, нет. Давайте. 1 умножить на 2, затем 2 плюс 3, это уже будет 5. 5 минус 4 будет 5. Так, 1, я не успеваю. 1 умножить на 2, дальше что? Плюс 3. Да. Минус 4. Так, это 1 в сумме получился, да. Плюс 5. 6 получилось. И дальше не получится по четности, выслушивая неверные ответы. В тетради надо посчитать, не получилось пересчитать. Там. Более того, вот если вы умножили 4 на 5 и не получилось, значит, когда умножить 1 на 2, тоже не получится. Потому что вы умножили нечетное на четное. То есть нельзя умножать нечетное на четное. То есть по четности ничего не получится. Если вы умножите любые два соседних числа и в остальных местах поставите плюсы или минусы, то у вас получится четный ответ. У меня скобки запрещены. Скобки запрещены. Значит. Значит, надо перемножать в двух местах. Потому что пока вы ставите только в одном месте знак умножения, ничего не получится. То есть надо пробовать или 1 на 2 на 3, или что-нибудь в этом роде. Или 1 на 2 и 3 на 4. Посмотрите, вариантов не так много. Просто вы пытаетесь считать устно, вместо того, чтобы выписывать разные варианты в тетради. Один вариант, второй, третий из них обязательно найдется правильно. Когда вы считаете устно, естественно, вы запутываетесь, начинаете один и тот же вариант много раз считать. Это задача на подбор, это тоже. 1 умножить на 2 плюс 3 плюс 4. Так, это уже 5, 9, дальше. Плюс 5 умножить на 6. Угу. Лучше было наоборот. Что? Условие простое. Разрезали квадрат размером 100 на 100 на 2500 четырехклеточных фигур. Для определенности четырехклеточные фигурки – это вот те, что нарисованы. Их можно поворачивать, как хочешь, переворачивать. Вот. При этом сумма длин разрезов равна 10 тысячам. Требуется узнать, сколько там квадратиков. 2 на 2. То есть понятно, что фигуры разные, но вот сколько среди них квадратов? Да. Ну, не знаю, у меня есть мысль посчитать, сколько разрезов будет занимать каждый фигур. Что такое, сколько разрезов будет занимать? Не понимаю. Ну, то есть, например, мы берем вот такую букву Т. Что такое, сколько разрезов занимает фигура? Какое слово из школьного учебника на самом деле вы хотели сказать? Периметр. Молодец. Все. Слово периметр. Да. Периметр. Давайте под каждой из этих фигур напишем, чему периметр равен ее периметр. Итак, периметр квадрата размером 2 на 2. Это сколько? 8. Точно? Точно. 2 на 4? 8. А у этой? У этой? 10. Да, 10. Точно? Точно, точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще две верхние. Горизонтальная. Какие? Посередине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 10. Следующий 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10.
Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. Ладно, опять десять. А у Эми сколько? Десять. Да, десять. Десять. Ну, десять, да. У всех десять, кроме квадратика. У него восемь. Тоже десять. Ребята, а теперь вопрос. Вы что? Разница в две клетки. А то, что если вот таких будет x штук, а таких, таких, таких и таких всего вместе будет y, то сумма периметров будет 8x плюс 10y. Так, теперь давайте соображать, а что такое периметр? Во-первых, в начале, пока никаких разрезов не было, были 4 стороны. Это уже 400, если квадратиков x, а фигур другого типа всего y, то как получается сумма периметров? Когда вы делаете разрез, на самом деле вы увеличиваете на единицу периметр и одной фигуры, и другой. Поэтому все разрезы, 10 тысяч штук, дадут нам 20 тысяч вместе. Вот одно уравнение. А другое уравнение – это просто на количество фигур. Ну или, если угодно, на площадь. Площадь каждой из этих фигур 4 клеточки, поэтому 4х плюс 4y – это будет сколько? 10. Это будет, да, совершенно верно, это будет 10 тысяч. Это будет площадь всего квадрата, 100 умножить на 100. Вот, теперь вопрос. Как легко найти из этого уравнения величину x? Ну, просто понять, что 4x плюс 6y равно 10400, когда 4x плюс 4y равно 10. Я понимаю, можно долго считать. То есть 2y равно... Да, может, нижнее. Самый быстрый способ такой. Домножить верхнее уравнение на 2, а вот это уравнение домножить на 5. Смотрите, что тогда у нас получится. Верхнее уравнение после домножения на 2 превратится в такое. 16х плюс 20y. Так, ну, на 2 умножать нужно 20400. Получится 40800, да? Да. 40800. А нижнее умножаем на 5. Получится 20х плюс 20y. Так, на 5 надо умножить 10 тысяч, получится 50 тысяч. Вот и все. Теперь вычитаем из нижнего уравнения верхнее, получаем 4х. Нет, это 50 тысяч минус 40800. Равно 200. Это 9200. Так, а значит, x это 830. Сколько? 2300, конечно. 2300. Их знаешь, Люч, да. А не надо строить картинку? Если в задаче сказано, что там квадрат разрезан, и там выяснилось то-то-то и то, то вы не обязаны проверять, можно ли так сделать. Разумеется, проблем с тем, чтобы проверить, в данном случае никаких. Объясняю как. Например, из вот таких вот букв Т очень легко из 4 штук сделать квадратик 4 на 4, знаете, да? Да. Вот. И тогда вы берете такие буквы Т в нужном количестве и 2300 квадратов, и у вас все получится. Так что пример здесь строится очень легко, но формально говоря, он здесь не нужен.